Добрый день, дорогие друзья! Такие водопады есть во многих бассейнах или водных оздоровительных центрах. И люди массируют свою шею. Но многие люди не знают о том, что под такими водопадами очень хорошо, эффективно массируется также голова и, в частности, лицо человека. Вы делаете вдох, стоя лицом к водопаду, к воде. Входите медленно в него, делая носом выдох, и точно так же затем выходите из него. Повторите это упражнение от 8 до 10 раз, и массирующее воздействие падающей воды на ваше лицо будет разглаживать морщины, а также успокаивать вас. Применяйте это также в водных процедурах, в оздоровительных местах, ваших бассейнов. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.